Скажи свой вес кайфи. Не. Да нормально пиво. Не, оно даже похуже, чем то, которое ты... Вот если брать сегодня вот наш топчик, то вот утреннее первое, в ресторане второе, вот это третье, потому что это совсем невразумительное. Вот мне не нравится вот в конце вот этот сладкий привкус. Что-то я вот терпеть не могу в лагерь. Лучше горечь, лучше чуть-чуть, но сладкий привкус в лагере, это вообще бед. Еще пощипывает оно, не знаю почему, у тебя не пощипывает из-за того, что оно перегазованное, что ли. Хер знает. Ну, короче, честно, по пятибалльной шкале, мне кажется, где-то 3,7. О, ничего себе, 3,7, это хорошо. Тройка. Чушь хорошая. Тройка? Тройка. Не, ну, с другой стороны, тут надо понимать ценник. Мы его купили в районе 2 евро за банку 0,3, поэтому... Ну ладно, 3,5 максимум. Давайте. Включаем.